Пускай весь мир смотрит, что делают эти братья наши молдаване. Братья наши, потому что там ребята, братья наши. Вот это что, вышка? Мой еще? Нам ничего не нужно ни от кого. Вот женщины верующие, все. Все мы здесь христиане. Мы верим в то, что говорят, что гагаузы там мусульмане или кто. Ни в коем случае. Мы верим в христианскую веру. Все правильно. Провокации не будет. Товарищи, давайте дадим обсудить народом. Потому полковник благоразумие, вера в единого Бога. Мы хотим встретиться с полковником. Так, Дюльцем пять звонит. Да-да, я его уже представил. Пяток, да. А остальные? Мы? Можно здесь жить, да? Нам надо показывать. Вот среди вас есть кто-нибудь гагауз или у кого есть какая-то вот кровь гагаузская? Председатель Верховного Совета Хадырко. Потом вчера были. Сейчас придется нам. Уже два года. Уже два года, как ждем вот этот мир, и от них не дождемся. А что там, пацан, пацан, ордан мы? Извините, мы вас останавливаем, понимаете? Значит, одна единственная просьба, значит, те, которые записались, чтобы далеко не уходили. Первое формирование 300 человек будет сразу объявлен командир роты. Не ворон, а ему моносерда, ему донеслерда, не совсем ему варнуть место оружия, ему совсем варнуть место оружия. Ему не совсем, но готовится он сам, реально, не совсем. Усильно, да, где меня бреяли, где меня крылатма, где ешьте, и рай. У меня с нервами Георгий Даром, да. Какие каналы были, да? Вы попадете во французское телевидение, как экстремист. Ну что, вот они, те, кто здесь. Так если экстремист, то а как насчет канала? Прекращайте, ребята, что вы видите сам. Республики
что никакие интриги, никакие коварные планы националистов соседней республики не будут выполнять роль защиты гагаузского народа, то есть будут стоять, не пускать. Новая тара.